Добрый день. В эфире «Вести Ульяновского региона», в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. Поможем всем миром. Или когда спасти жизнь можем только все вместе. О тяжелой судьбе маленькой Олеси в ближайшие минуты. Чтобы быстро и безболезненно застраховать машину, придется оформить страховку еще и на жизнь, квартиру или дом. Откуда такие сложности, узнавала наша съемочная группа. Скоро Масленица, бойко и закипит широкий пир. 22 февраля завершается праздничная неделя. Каким будет прощенное воскресенье, расскажем в выпуске. Без доп-услуг не получишь ОСАГО. В такой ситуации оказались многие автомобилисты области, у которых закончился полис. В офисах страховых фирм документы продляют, но при этом навязывают дополнительные услуги, как то страхование жизни, дома, квартиры. Те, кто отказывается, вынуждены неделями ждать ответа из главного офиса, что незаконно, посчитали активисты «Молодой гвардии» и отправились в рейд. С подробностями наш корреспондент. В офис этой страховой фирмы молодогвардейцы наведываются не впервые. Несколько дней назад Сергей попытался застраховать здесь свою машину. Разговор с менеджером сразу перетек в коммерческое русло. Мол, хотите ОСАГО, застрахуйте жизнь. Разговор активист записал на диктофон. В районе 7 тысяч. В районе 7 тысяч? А что, какая дорогая? Ну, сейчас ОСАГО сама поднялась. И страхование жизни входит у нас. Страхование жизни ходит? А зачем мне жизнь страховать? Ну, пишите заявление, в течение месяца вас застрахуют. Если одним днем хотите, я вас могу. То есть это если в кавычках стану VIP-клиентом, да? Да. Сегодня молодогвардейцы вновь пришли в офис компании, но уже со съемочной группой. Сергей попытался поговорить с менеджером. На камеру что-либо комментировать сотрудники фирмы отказались. Завидев съемочную группу, девушки спешно покинули рабочие места и скрылись. Нарушать закон, вам предусмотрена статья, должностная ответственность 50 тысяч рублей. У меня с вами вчера состоялся разговор. Вы мне навязывали дополнительные услуги. Юлия Владимировна, вы куда уходите? То, что страховщики навязывают доп. Услуги, подтвердила случайный посетитель. Сергей Тетерин пришел сюда оформить ОСАГО около месяца назад. От страхования жизни отказался, после чего начались мытарства автовладельца. Месяц прошел, я месяц не ездил. Вот, а вот у меня какого числа? 24 января закончен был. Вот. А сегодня уже февраль. Я в Москву звонил, они говорят, это самое. Это, говорит, добровольно, это самое. То есть, по идее, говорит, вот такого, значит, это самое, навязывания не должно быть. Молодогвардейцы по многочисленным письменным жалобам автовладельцев провели мониторинг страховых компаний. Во многих к полису ОСАГО предлагают дополнительное страхование жизни, например, и оформление за 10 минут. Если отказался, жди месяц. Такое навязывание незаконно, считают активисты. А в соответствии с действующим законодательством, за данный вид деятельности, я имею в виду за нарушение законодательства, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей. И страховые компании это никак не пугает, у них понятно, что смысл один – заработать. Страховые компании поступают очень хитро. На самом деле они должны давать какой-то официальный отказ. Если они дают официальный отказ, он должен быть уже обоснованным. Если отказ необоснованный, страховую компанию подлежит штрафовать уполномоченным компетентным органам. Поэтому ни официальных отказов, ничего такого страховые компании не делают. Если вы столкнулись с проблемами в оформлении полиса ОСАГО, общественники советуют обращаться к правозащитникам и в Роспотребнадзор. Ведь это считают молодогвардейцы прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Вас Салфимова, Яков Слягузов, Борис Шибалдов, Вести Ульяновск. За прошедшие сутки в Ульяновской области произошло 100 ДТП. 3 человека получили различные травмы. С подробностями по телефону Наталья Валуйская. 18 февраля в 13:45 в Ульяновске на улице Луначарского, 19, по предварительной информации, водитель автомобиля BMW при повороте нарушил расположение транспортного средства на проезжей части дороги и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ. В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ, женщина 1972 года рождения, обращалась за медицинской помощью. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция просит вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции региона в очередной раз проверили наличие детских кресел в автомобилях ульяновцев. Традиционно рейд был организован возле детского сада, в этот раз на улице Матросова. Пёночку везете? Так, сколько лет? Сколько?
5 лет. Ух ты. Удобно тебе? Удобно, да? Все, хорошо. Возьми себе такую памятку. То, что вы соблюдаете правила дорожного движения, это хорошо. И ребенка приучайте к креслу. Данная акция стала традиционной для региона. Каждую неделю сотрудники госавтоинспекции выходят в рейд, чтобы удостовериться. Находясь в транспортном средстве, малыши защищены с помощью автокресла. Родители, которые перевозят детей правильно, награждают книжками и раскрасками. Нарушители, согласно закону, штрафуют. По темпам роста показателей строительства жилья Ульяновская область 5-я в ПФО. Во время рабочей поездки в Николаевский район губернатор Сергей Морозов провел совещание, посвященное перспективам строительной отрасли в регионе. Любовь Фомичева подробнее. Планы развития строительной отрасли Ульяновской области в 2015 году, выполнение майских указов президента об обеспечении комфортными условиями проживания жителей региона – все эти вопросы обсудили на совещании, которое провел губернатор Сергей Морозов в Николаевском районе. Мы видим о том, что по январю 2015 года у нас продолжает отмечаться рост вводимого жилья по сравнению с январями предыдущих лет. Напомню, что каждый январь у нас на протяжении уже буквально 7 лет это все время, так сказать, идет с нарастанием. То есть мы растем. В этот день в Николаевке глава региона вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Азизова Альбина Камильевна! Новосел Альбина Азизова учится в Пензенском колледже. Потенциальный ландшафтный дизайнер, жить и работать по окончанию учебного заведения планирует в Николаевке. Закончу учебу, там приеду сюда, тут буду обустраивать, озеленять все, хорошее жилье. Вот. Уютно все, тепло, самое главное, светло тут. Ну, через годик закончу учиться, приеду сюда сразу. Обеспечение детей-сирот квартирами – одно из приоритетных направлений работы правительства Российской Федерации. В Ульяновской области жилье уже получили около 120 человек. По сравнению с другими субъектами России, это очень хороший результат, пояснила Екатерина Смарода. Начиная с 2013 года мы поставили на учет в очередь тех ребят, которые относятся к числу указанной категории, уже 1400 человек. Из них достигли возраста 18 лет, то есть имеют приоритетное право быть обеспеченным жильем, около 800 человек. Еженедельно мы рассматриваем заявления от указанных граждан и принимаем решение о включении их в список, либо, соответственно, об отказе. Как доложил заместитель министра строительства Олег Гришин, в 2014 году в эксплуатацию было сдано более 2500 жилых домов. В том числе введено 48 объектов эконом-класса. По итогам 2014 года по показателю ввода в действие жилых домов на 1000 человек населения Ульяновская область находится на 9-м месте. Любовь Фомичева, Герман Баранов, Вести Ульяновск из Николаевского района. Поможем всем миром. Многодетной семье Савиновых необходимо собрать 11 миллионов рублей на лечение тяжело больной дочери. У двухлетней Олеси опухоль мозга. Шанс на выздоровление даст терапия на специальном оборудовании в Швейцарии. Сегодня накоплено почти 2,5 миллиона. Подробнее Ирина Коваленко. Полгода назад в семье Савиновых появился повод для беспокойства. У младшей дочери Олеси начался кашель. После 2 месяцев обследования у врачей разных профилей болезнь определил невропатолог. Она отправила нас в МРТ, в детскую областную больницу, и нам поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. То есть для нас это было, конечно, шоком. Ребенок был абсолютно здоровый, обследовался всегда вовремя у педиатра. Затем в течение 2 дней мы оформили квоту в Бурденко и поехали в Москву на операцию. До последних минут операции родители верили, что опухоль окажется доброкачественной и что жизни малышки ничего не грозит. Надежды не оправдались и пришлось незамедлительно начать курсы химиотерапии. Длительные. Они продлятся 1-2 года. А сейчас Олесе нужно пройти лучевую терапию. Клиника Швейцарии согласилась нам помочь, но выставила просто огромный, непосильный для нашей семьи счет для оплаты. Порядка 11 миллионов рублей. Надеемся на помощь людей, на добрые сердца, которые откликнутся на нашу беду и как-то смогут нам помочь. Ну, хотя перечислить какую-то посильную сумму. Пока родители и девочка в Москве, о братьях и сестре Олесе заботится бабушка. Ну, они молодцы, помогают мне по хозяйству, помогают, переживают за Олесю.
Вот. Учим уроки вместе, старшие помогают младшим. Эта семья растет, росла, и я надеюсь, будет расти с родителями. И в дальнейшем Олеся будет с нами. Реквизиты для перевода денежных средств указаны в группах на Фейсбуке и ВКонтакте. Ссылки на экране. Информацию можно также узнать по телефону 72 97 75. Помочь Олесе может каждый ульяновец, отправив СМС на короткий номер 4647 со словом «Олеся». Номер действует для абонентов Билайн, Мегафон и МТС. Стоимость сообщения 50 рублей. Ирина Коваленко, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. В Ульяновской области вновь соберутся лучшие IT-специалисты со всего мира. Началась подготовка к международной IT-конференции «Стачка». Об этом на пресс-конференции рассказали журналистам. Форум пройдет в Ульяновске уже в четвертый раз. Его организаторами выступают региональные IT-компании при поддержке правительства Ульяновской области. Уже создан и работает координационный штаб конференции. Ожидается, что в форуме примут участие более 3000 специалистов со всей страны. Планируется более 150 докладчиков. В том году мы вышли на уровень международного, то есть у нас были международные спикеры, участники. В этом году они также будут присутствовать. Мы улучшим контентную часть, то есть у нас будут новые секции. По словам заместителя председателя регионального правительства Светланы Опенышевой, этот международный форум станет важнейшим для Ульяновской области мероприятием в сфере информационных технологий. Конференция помогает поддерживать и мотивировать молодых специалистов Ульяновска. В регионе прилагают максимум усилий, чтобы они не уезжали, а реализовывали себя здесь, в родном городе. Четвертая международная IT-конференция «Стачка» пройдет 10 и 11 апреля в Ленинском мемориале. Творческая встреча с писателем Олегом Роем состоялась накануне в областном дворце книги. Олег Рой сейчас один из наиболее успешных российских авторов. Он входит в топ-10 самых покупаемых писателей России и в топ-100 лучших европейских современных писателей. На встрече во дворце книги он признался в своей любви к провинции. Для меня все-таки это не глубинка, это наша Россия. А, простите, у нас Россия вся состоит из так называемых глубинок. На самом деле это такой же красивый город, как и мой собственный город, с которого я родом. Это город Магнитогорск, он такой же по величине, как и Ульяновск. Из таких городов собирается наша мощь, мощь России. Пишет Олег Рой уже 28 лет. Первая книга в России вышла в 2001 году. Он мастер психологического романа, член Союза писателей России и Союза писателей Европы, лауреат нескольких литературных премий, автор книг различных жанров от комедии до мистики. Впечатления самые хорошие. Олег Рой замечательный писатель, популярность которого уже давняя, и свидетельство тому же более 40 книг на книжном рынке, которые вышли. Сам по себе человек очень открытый, обаятельный, добрый и очень внимательно и с большой любовью относится к детям. Кстати, Олег Рой пишет не только для взрослых. 2010 и 2011 годы вышла в свет фэнтези-трилогия для подростков «Хранители». В 2012 году был запущен детский книжный сериал «Джинглики». В Ульяновске встреча с писателем состоялась, напомню, в рамках проекта «Года литературы» Академии литературы. В Музее народного творчества состоялась пресс-конференция, посвященная Масленице. В этом году традиционный славянский праздник отмечают 22 февраля. Масленичные городки развернутся в каждом районе города и области. На площади Ленина он откроется в 11 утра. Очень важно для нас. И Шибунова Юлия Владимировна, это главное, а мы только их активно поддерживаем. Не будет в этот раз такой концертной программы, как обычно, не будет на ней основного акцента в Масленице. У нас будет народный площадной вариант. То есть все мероприятия, все, что проходит, у нас проходит на площади. Сама площадь у нас называется в этот раз Масленичный городок, город Масленицы. Соответственно, все площадки у нас это площади, города, места, улицы. Развлечения на площади ждут горожан всех возрастов. Шоу «Петрушки», дворовые и уличные игры, кулачные бои, стрельбища, эстафеты и конкурсы. Каждый сможет посетить кулинарное ток-шоу «Накорми народ блинами». Готовить блины по лучшим рецептам сенгилеевских пекарей попробуют видные деятели города. Главные масленичные гуляния традиционно развернутся в городе Сенгилее. Блинная столица примет до 3000 человек. На всех площадках региона праздник закончится одинаково – символичным сожжением чучела масленицы. На этом у нас все новости к этому часу. В продолжении выпуска информация о погоде. И я желаю вам всего самого доброго. Сейчас в Ульяновске минус 10 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Безветренно.